Всем привет! Меня зовут Яна. Сегодня я вам покажу восьмерку в стиле тверк. Итак, вначале у нас будут тряски. Их можно будет выбирать на свое усмотрение, как вам захочется, но я вам предложу свой вариант. Становимся мы чуть шире плеч, ножки раскрываем в сторону, коленки в сторону, пальчики на себя, вовнутрь, в упор, да? И отсюда мы делаем прокрутку косточки тазобедренной вниз, правая, левая, правая, левая, да? И делаем сброс вниз, сброс, 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 и ускоряемся. Ну вот насколько возможно, протрясаем. Хорошо. Это будет начало. У нас будет таких 4 точки. Начнем мы лево, нет, право, право, лево, право, лево. Да? Сброс, 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 сброс. После этого у нас будет хлопок в левой стороне. И мы после этого посмотрим в левую сторону. Делаем перепрыжку на правую ногу, но мы практически на месте остаемся. Да? То есть правая ножка идет на место к левой. В крест. Угу. И ручки убираем вниз, сбрасываем их в сторону, назад у нас левая ножка, правая, и развернулись на зрителя. Развернулись, получается, через правое плечо. Отсюда, вот у нас были руки через низ, они с правой стороны, делаем круг на зрителя, и при этом у нас работает корпус. Корпус с левой стороны в правую, то есть, получается, в противоположную сторону, да, руки влево, корпус вправо. Раз. Один разочек. По пальцам тоже, ну, тут смотрите, как хотите. Можно сделать ладошки, можно сделать кулачок. Сделали. Переносим вес на левую ножку. Правая через небольшой замах выходит вперед и проглаживаем по своей правой ножке. Отсюда, внизу, мы оказались в плие и делаем шейк вверх-вверх. Два акцента. После этого перепрыгиваем на левую ногу, это такой прям сброс. По музыке, возможно, вы услышите, там будет такой вуп, вот, ну, он очень тихий. Сделали, и делаем шаг, левая ручка должна оказаться спереди. Вес на правую ножку полностью, влево открыть коленку, и достаем локоть левой руки, и подтянули коленочку, акцент. Коленочку закрыть вновь, да, то есть раскрыть, подтянуть. Ну что, сделаем подсчет. Итак, спинкой к зрителю. Здесь про какие альтернативы я говорила. Вы можете остаться и наверху, да, сделать 4 раза смену косточек, ци-ци-ци-ци, лопок. Можно внизу, можно подняться, например, через низ, вверх, да, и сделать, например, более мелкую тряску. Давайте подсчет, да, как я сказала. Делаем раз и два и три и четыре и пять и шесть и семь и восемь и раз. Еще быстрее. Так, пять, шесть, семь, восемь, раз и два и три и четыре и пять и шесть и семь. И 8, и бит. Так, перед тем, как начать танцевать под музыку, я хочу сделать несколько уточнений, где мы должны начать и на какие акценты обратить внимание, да? Начало у нас будет после таких битов, ту-ту-ту-ту, там, по-моему, 4 раза будет, да? И мы начинаем делать тряску. Также очень важно, ну, у, я уже сказала про это, да, он такой маленький акцентик. И кресты, крест, крест на фортепиано, то есть там будет такое бум-бум-бум, вы это услышите, я уверена. А, вот, думаю, я вам все сказала по поводу музыки, будем пробовать. Ждем. Семь, семь, три, восемь, два, два,
Большое спасибо, что танцевали вместе со мной. Подписывайтесь, оставляйте свои пальчики вверх и до следующего раза.